И всем привет! Вы на канале Флобис. Сегодня у нас прохождение Atomic Heart. Ну, мы продолжаем проходить Atomic Heart. В прошлой части мы остановились на том, что мы собрали полностью Клару. Ну и у нас произошло много всего интересного. Не буду спойлерить, лучше посмотрите прошлую серию и сами все увидите. Так что я не буду медлить, мы продолжаем. Так. У нас осталось баг в системе. Доберитесь до научного центра. Так, что это будет, я не знаю. Все уже давно прошли эту игру, а я не могу. Поэтому надо это исправлять. Но началось, блин. Пора экзаменов. Так что будет сложненько немного. Но ничего, мы в любом случае пройдем эту игру. И все будет хорошо. Так. Это мы ломаем. Этих мы взрываем. Что-то фолк у нас это больше стало. Видно, да? Сразу? Сразу стало видно, что фолк стал больше. Ну и оптимизация стала лучше, пока меня не было тут. Фолк прям реально больше стал. Ходим. Так, тихо. Так, у нас же есть заморозка. Ага, у тебя это, да? А, мы его так заморозили. Ладно, поднимем тебя. Всё. Так, там еще один вроде был. Или нет? Так, ладно. Главное, чтобы камер не было. Так, там ладно. Тут камера. Так, тихо-тихо-тихо. Дайте сначала сделаю вот так вот. Ты посмотри, кто там пришел. Думаю, да. Я тебя не замечу, собака. А это кто говорит? Это говорит этот? Офигеть, реально. Стал намного лучше, фолк другой вообще стал. Не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо. Мне больше нравится сало. Так, наверх. Игра обновляется. Это ли не кайф? Так, погоди. Потише. Патронов не так много. У нас же есть вот это. Я все про него забываю. Про паштет наш. Так, тебе можно в рукопашку побить вообще. Ай, больно. Так, вот тебе надо похилиться. А, хилься, хилься, хилься. Так, какой-то экшен в начале ролика. Где? Вон ты. Где ты вылутан? Всё. Ты-то чё? И ты. Восстанавливают их тут. Не надо. И вы еще. Вероятно, скоро врагов станет больше. Уровень тревоги 2? Ну нафиг, короче. Я просто все лутаю и ухожу. Уйди. Да ё-моё. Уровень тревоги 2, мне этого не хватало вообще. Погодите, не надо с этими разобраться со всеми. А, они сильно на меня прибежали. Сейчас будет сложно. Сейчас будем отбиваться. Кто еще? Вы откуда взялись? Все? Никого? Ладно, эти что-то застопились. Так, ладно. Патронов нет на пистолет. Плохо. Очень. Так, тут есть что-нибудь? Есть. Так, патрон для пистолета.
Так, я тут не болтал. Вот кто-то ходит. Так, ладно. Болтаемся. Если чё, отобьемся. Патрон на дробовик есть. Так. Очень много лута. Опять-таки. Опять-таки, наверное, нас к чему-то готовят. Просто зачем давать так много лута? Так. Тут все. Блин, так баг пофиксили. Еще немножечко. Все, спасибо. Так. Ага, тут. Так, запись идет. На всякий проверяем. Запись идет. Все хорошо. Так. Что за звуки? Странные звуки. Какие там. Так, патрон для калаша, кайф. Для калаша нам патроны нужны. Да, для пистолета позже нашли уже. Неплохо так. Опа. Чё-то звук накаляется. Так, ну ладно, тут нечего накаляться, мы просто тут лутаемся. Нет, собака, тебе меня не поймать! Ага. Товарищ майор, где-то неподалёку. Тише. Ну, как я только начинаю записывать, он начинает звонять. Пам. Зачем мне этот спам звонит? Кто? Ты откуда взялся? Так. Так. Куда нам? Сюда еще можно зайти. В общем, еще выйти надо. Там же есть какой-то проход, нет? Так, ладно. Так, мы болтали. Болтали. Думаю, себе может принести это, сувенир прикупить из Atomic Heart. Потому что игра мне нравится. Хочу что-нибудь какого-то мерчика. Если куплю, то вставлю фотку. Но это не сейчас, естественно. Это попозже. А может не куплю, я не знаю. Но хотелось бы. Мне бы. Так, тут им эти шкафчики нельзя залутать. Это лаборатория. Так, тут залутать ничего нельзя. Да? Да. Так, ладно. Сюда возвращаемся. У нас тут печенька. Тут один нас или что? Ём, откуда ты взялся, а? Да, подержи. И где нам взять печеньку? Ну, наверное, туда. Выходить надо. Так, ещё, можешь что-то залутать тут? Вот это можно залутать. Так, тут вода просто. Это лифт? Нет, это не лифт. Так, куда нам? Угу. Прыгай. Хватайся. Тише, тише, тише. Куда? Поналетели сразу. Где? Это мы где? Так, ладно. Потом разберемся, где мы. Сейчас пока выполняем задание. Пытаемся куда-то залезть. За мной кто ходит? Ты еще тут. Так, ладно. Я вижу каждый. Ага, Сеченов. Ты меня не остановишь. Ой, Сеченов, ё-моё. Это не этот? Ну, не он? Что за звуки? Так, маячок. Можно зачем его себе посмотреть? Что-то открыть можно. Что-то я открыл. Ладно.
пофиг. Ага. Так, ладно, нам опять внутрь. Сейчас пока не до этого. Нам обратно внутрь. Так, это... Блин, что за звуки? Так, ладно, все, печеньку вставляем. Не, две печеньки там вроде вообще. Так, и тут пощелкать. Ну, это легко. Очень. Так, надо похилиться немного, то у меня пол хп только хотел похилиться. О! Ну что, попались, голубки? Да, ема. А Лариса что ему помогает? Ты убил его? Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Лариса, или как там тебе? Зачем ты ему помогаешь? Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. А, это сомневаюсь. Не Лариса тогда говорила? Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос. Залаял. Видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? 2000-3000, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове? На ВДНХ? Здесь роботы атакуют всех без разбора, всех кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Лариса что-то начала понимать. Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! А ты ему доверилась, Лариса Филатова. Как ты мог? Или как там тебя, Лариса, или как? А? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! С их рук. Это швед, шрам, как там себя зовут, я уже забыл. А, Храс, помогай это, расцеплять он нас. А ты действительно ей ничего не сказал? Обраменчик. Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет. Лариса, все-таки правильно. У нас выпустят хотя бы. Храс, спасай, а? Это кто? А, тот самый, который нам что-то тогда еще давал. Мы что-то его где-то вроде... Что-то запустили... А, мы тогда это... Из-за него что-то запустили, и мы на Ежиху. Ну, в эту арену. Приехали. Петрий вызывает Челами. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор. Я уже понял. Не лезь под руку, а? Ну что?
Только наладил с Хразом отношения. Теперь ты уже опять с ним ругаешься? Может, хватит уже, а? Петри. Так, ладно. Тут еще есть что залутать. И вот тут вот щелкать. Так, а сразу проверяем запись. Запись идет, все хорошо. Так, дождь игру. Здравствуйте. Сколько? 1500 метров. С первого. Тихо. Потыше. Так, ладно, тут просто поле. Тут ничего интересного не будет. А ты иди отсюда. Так. Нет, не надо ко мне. Я вон, у меня машину есть. Вы там что-то взрываете там у себя, а я поеду. Все. ББ. Так, куда нам вообще ехать? Я даже не знаю. Так, ну мы узнали то, что Петров жив. Ты уже освободился, майор? Что, не ожидал меня услышать? Я тебя не только услышу, но очень скоро увижу. Готовься, больной сучоныш. Готовлюсь, уж поверь. Сюрпризы тебя уже ждут, пес. Ты настроил против меня Ларису, гад. Теперь она не отвечает на мои вызовы. Прости, если сможешь. А если не сможешь, то не прощай. Мне похер. Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Сигнал идет из театра имени Майи Плисецкой. Театра? На территории предприятия? Вот клоун. Ах, он так быстро туда добрался. А не цирк, товарищ мой. Я отмечу вам направление. Теперь предатель от меня не улетит. Наша машинка. Второй раз я его не упущу. Так, там налево свернуть, да? Или куда? Куда нам вообще надо? Нам куда-то вот сюда. Блин, почему не отмечены, куда надо? Мудфиш, исправься. Это была всегда точка, куда нам надо. Почему, когда я... Почему, когда я поворачиваю руль, у меня ноги тоже поворачиваются? Ну ладно, это уж не критично. Не, вот с теми точно не хожу сражаться, не хочу. А радио можно переключить, нет? Ладно. Пам-пам-пам. Так, мы едем, доберитесь до театра, мы едем в театр. Я помню, что в театре есть босс. Но я не помню какой. Потому что так как люди уже много проходили, поэтому везде сейчас в Ютубе все попадается сразу. Коровы, посторонитесь. Машину мне еще сломали. Яблочко, вот отсюда комплексы предприятия, преимущественно Павлов, снабжается ресурсами. Через автоматический сортировочный узел на ближайшие фабрики туда отправляют животных для создания нейроплинеров. Иногда наука та еще точка. Хороший каламбур, майор. Я удивлен. Да иди. Так, кстати, это. Надо тут остановиться. Блин, нифига себе вы тут умные. Так, я хочу тут это. Посмотреть мои нейроплимеры. Мне там надо 200 с чем-то. У меня... Всё! Кайф. Я полностью вкачал ветку энергии. Теперь можно уже что-то другое прокачивать. Теперь надо нас персонажа прокачивать чисто. Но мы сейчас не можем ничего прокачать, у нас всё же 41. Тушу можно прокачать, но она пока не нужна. На крафт давайте переключимся. И создадим патроны для пистолета. Блин, мы же... Мы копим на рельсотрон, да? Да, на 261 штуку. А это надо обычных убивать. Ну, вас тут полно, я знаю. Так. Так, я сломаю. О, судячок какой-то есть. А, он ненужный.
Ну да ладно, не буду ничего делать тут пока. Потом. Поехали. Так. 400 метров все время осталось. Нам, видимо, кто-то туда. Нифига себе, вас там говорят. Так, что тут за дороги? Ну... Скоро, майор, врагов тут станет так много, что летальный исход неизбежен. Понял. Вот это лутаю и ухожу. Это еще что-то. Уйди. Мне надо вообще отсюда туда уходить. Всем пока. Нет. Я застрял. Оу, прогало еще. Так, я сейчас умру. Мне этого не надо. Не сюда. Все, тихо, успокойтесь, люди. Сохранимся сразу. Потеряйся. Тревога, потеряйся. Так. Это что? Там такое, тихо. Это надо сразу сломать. Кто, откуда? Офигел? Бахать меня там. Тихо-тихо. Ну тут заруба. Не надо никакой жаркой схватки. Всем пока. Я либо Тима Раков. Так, ладно. Откуда тут можно бежать? В какую сторону? Ну там босс какой-то. Не хочу сражаться с боссом. И еще и с этими. Ну, просто платформа как босс какой-то. А мне патронов нету почти. Ну что это, если это не босс? Даже Леонор стоит. Так, давай это создадим. Наденем сразу на коллаж. Потому что сейчас, наверное, будет все-таки с боссом. Ну просто что это, если это не босс? Майор, оружие. Ну и... Блин, даже не знаю. Давай еще два создадим. Где? Что за звук? Ладно, давай. Ну... Я так и знал. Переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне Лисе. Но это тот самый, где еще бабазина была. Зато теперь выбав все оружие, товарищ майор. Погоди. Мы будем внутри через заморозка. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошее. Обычно здесь услужит, чтобы... Так, некоторые против сочек обычно здесь тоже используют полимерную струю, чтобы сесть эффект заморозки. А, у меня ее нету. Пофиг. Так. Офигел. Блин, стой, погоди. Чел, погоди. У меня есть крепыш. Но где он? У меня он есть, но у меня его нету. Я не знаю, я тогда скрасил крепыш, и у меня его нету. Блин, сейчас все патроны на него тратить. А я ему убирались куда стрелять? В голову там или куда? Не-не-не, потише, потише. Да, патрончики. У нас два... А, успокойся ты. Пойдет за мной бегать. Так, ходим. А ему на дровик все равно или нет? Блин, попал. А, у меня кассетники есть. Точно, погоди. У меня же есть кассетники. Я уже забыл. То, что ты можешь еще погореть немножечко. Так, на дробаш. На дробаш ты реагируешь, нормально. Тебе можно и дробашом пофигарить. Но лучше, мне кажется, вот так вот. Ага, ты теперь еще и так, да? Понятно. Так, отходим. Так,
Не-не-не, тише, тише. У меня не так много хп. Что он делает? Что это? Воу-воу, тише, тише. Так, у меня сейчас это, мне энергии сейчас не будет. Все, мне энергии нету. Опять только отстреляться. Так. Ай, как он не попал? Так, перепрыгиваем. Он бы был бы Петровым, но не на то, чтобы быть плохим, а то, что меня роботы бы не били. Да пистолет тебе есть? Нет. А, есть. Ты ко всему, что ли, восприимчив? Так, ладно. Блин, я на него побежал нечаянно. Я даже не знаю, какую хилку есть и какую нет. Ладно, я тебе пока вот так вот. А, я же могу вот так вот рукопашку. Блин, он слишком быстро, я его не могу в рукопашку бить. Не-н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 е. Так, я не успеваю, он слишком быстрый. На тебе. Еще так он меня бьет. Но я сразу понял, что это босс. Ну потому что что это? Это прям ровно арена для босса. Нет, я хилюсь. Так, перепрыгиваю. Ааа, рвок. Так, скуда туда-туда-туда-туда. Ладно. Но у него уже очень мало хп. Так что мы сейчас его уже убьем. Так, перепрыгиваем. А, нету. Беляш! Я понимаю, что беляши вкусные, но не такие. Хватит за мной бегать, а? Так. Оу, это было хорошо. Так, у меня осталось две аптечки, у него много хп. Что мне делать? Он еще на меня бежит. Ну, его в рукопашку не вариант бить. Он слишком близко много наносит вблизи. А у меня мало аптечек. Ходи. Не-не-не, тихо. У меня есть зебитрон. Последний. Так. Так. Поднимаем. Так. Не надо энергию восстановить. В эту сторону. Перепрыгиваем. Так, тихо. Только немного поскользнулся. Он промахнулся. Так. Ну все, я его убил. Он там на два последних выстрела остался. Покажи, чему обучишь. Все. Пока. Не офигел? Все. Мы его убили. Так, верни патрон, а? Тут патронов нету нигде. Элеонора, иди сюда. Ты мне нужна.
выберите желаемый. Ух, сколько сейчас всего крафтить. Даже вот нечего. Нечем. Ну, в принципе, нормально. Выберите желаемые. Мне надо на ПМ еще. Там тоже надо, да? Вот тут вот не надо. Дробаш. Где у меня крепыш? Он вот у меня. Но почему у меня его нету? Что это такое? Ну, склад, перемести его ко мне. Ну. Что? Серьезно, теперь так. На игре все-таки было бы быстрее. Ну ладно, так. Электро возьмем. Возьмем. Сорсируем. Чего у меня крепыш не достается? Алло. Так, у меня теперь мало патрон. Ну ладно. Я даже ничего не сказал. То, что я его убил. Так, сколько у нас запись идет? Уже 32 минуты, еще можно. Так, где мы? Мы, я так понимаю, в театре. Так, сюда нельзя. Понял. Я тогда залутаюсь. Угу. Это у нас записка. Чистый патрон к энергии в глазах. Почему патрон ДПМ вы переместили в Элеонору, когда они мне нужны мне? Так, тут еще что-то. Чисто? Вроде да. Вроде никого нету. Мы не сдаемся. Так, еще нет. Закроем, чтобы к нам никто не вторгался. Так, ладно. Поехали. Ну, сейчас, наверное, будет интеллектуальный разговор с Хразом. Да. Можешь отследить местонахождение Петрова? К сожалению, нет. Петров больше не выходит в эфир. Я отслежу его при следующем сеансе связи. Понятно. Значит, следующего сеанса не будет. Подлый ублюдок забился в какой-нибудь щель поглубже и будет сидеть там, надеясь, что роботы убьют меня, пока я буду его искать. Должен предупредить, что Петров очень хорошо знает этот театр. У него имеются основания надеяться на такой исход. Надежда умирает последней. Но на этот раз она умрет раньше Петрова. Дай короткую справку о театре. Театр имени Майи Плисецкой основан на территории предприятия в 1948 году. Первым в мире начал использовать роботов в качестве актеров. Самый известный театр Советского Союза. Правда, попасть сюда удается далеко не каждому. Местечко для мажоров. Местечко для мажоров. Вы даже не представляете, насколько. До того, как театр был полностью роботизирован, так, по заказу членов партии сюда свозили самых лучших балерин СССР. Но после того, как актрис заменили машинами, место возымело такой успех, что теперь проще купить квартиру возле Кремля, чем попасть на выступление. Что-то более полезное и менее... Ладно, стоп. Стоп, хватит на этом. Пошли. Пойдем посмотрим, что тут к чему. Слушайте, вот ничего мне не надо. Ничего, только найдите этого безумца и покончите с ним, ладно? Так, куда нам можно попасть? Так, сохранялка. О, у меня теперь пол это... энергия. Так, ладно. Нам, товарищ майор, видимо, вниз. Прошу на сцену. Пришел добить меня, пес. Иди, иди, я весь твой. Так. Ты ведь как собака,
грызешь тех, кого приказали. Только сделай одолжение. Грызи меня без удовольствия. Что это? Он под напряжением. Это ловушка. Сволочь! Я все равно до тебя доберусь. Держитесь, товарищ майор. Пытаюсь подавить разряд. Тварь! Ползти будут, но достану гада. Брось-ка. Это какая-то заруба. Как вы себя чувствуете, товарищ майор? Бывалый хуй. И гора. И уйдет, братья. Уйди. Так, нам сюда... А, значит, мы правильно пошли, да? Да нельзя. Так, этого тут нету. Но сюда никак не попасть. Ладно, нам... Левая? Ты что тут делаешь? Добро пожаловать в театр имени Майи Плесецкой! Первый в мире роботизированный театр! Не надо. Да все, я уже знаю, не надо. Сохранение данных. Ладно. Хотя ты знаешь... Знаешь, я очень... Ох, ё-моё. Этого я помню. Пускай он погорит там немного. И ты тоже погори. Да ё-моё. Куда? И ты умрёшь, нет? Побеги, идите отсюда. Ё-мо... Кто? А, понял. Извиняюсь. Так, мне нельзя, чтобы кто-то заразил. Вот это надо выдернуть. Так, не надо ставить патрон на калаш. Надо пройти сюда. И убить его. Так, еще вот тут вот украсть. Воу, тише. Патрончики. Взяли пончики. Ты иди отсюда. И ты иди отсюда. Да ты откуда взялся? Потише. Мне еще похилиться надо. Ага, тут тоже можешь залутаться. Сгущеночку возьми. Тут все. Тут мы всех поубивали. Так, тут тоже можешь залутаться. Так, тут кухня была, типа того, да? Так, тут не про ничего не взять. Эх. Все, нормально. Да откуда вы? Не умру я, не переживай. Подольше себя жить буду. Еще не умер, что ли? Так, куда? Сюда? Опять хилимся. Откуда? А, фига ты. И как? Понял, никак. Сколько запись идет? 39. Еще минут 5 может. Ну все, на этих пофиг. Идем сюда. Ага. Там Рафик. Я Рафика слышу. А как сюда попасть? Yes? Я слышу Рафика. То есть как-то можно попасть, да? А, там дверь. Опять печенька. А, нет, не печенька, это злом. Пойдешь.
больше, вот так. Рафик. Бедный Рафик. Так, сюда мы пойдем точно уже в следующей серии. Тут мы сохранимся. Рафик, как твои дела? Да, что за суета, Рафик? Так, поэтому нельзя забраться? Да как-то забраться можно. Вот по любасу. Оу. Че? Ты откуда взялся? Так тут не один еще. Рафик, помогай! Рафик, ты чё? Вы чё, офигели? Ой, зажали. Рафик, как так? Ты посмел? Я же себя даже не тронул. Поднимайтесь. Так, ладно, пойдем. А, и как мне пройти, по-вашему? Ладно, я придумал. Вот так вот. Так, этого мы убили. Где мы убили? Так, они отсюда вышли. Тут записка. Эхо прошлого. А где черным мы там убили? А вот он. Так, ну как сюда попасть? Сюда можно попасть? Нет. Просто кажется, что сюда можно как-то попасть. А вот отсюда. Или. Ага, вот. Или нет? Нет. Так, ладно, сохраняемся еще раз. Сколько у меня там полимеров? 179, фига себе. Способность к сопротивлению элементальному урону. Ну, полезная штука. Сопротивление физическому урону. Так, телекинез прокачать. Телекинез блок получает модернизацию, увеличивается радиус массового захвата. Давай. А, погоди. Сверение свободное падение. Нейрокинетические модули получат возможность ранять с поднятых противников с ускорением, нанося им урон падения. Давай то и то. А, нельзя, да? Не хватает. Ладно. На такой прекрасной ноте... Так, убыт, лучше. На такой прекрасной ноте мы закончим. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставлю вас уже в следующее видео. И мы с этим зайцем прощаемся с вами. Всем пока-пока.